Лида, как культурная столица Беларуси, уже имеет свою эмблему. Она согласована с Министерством культуры и будет использоваться на всех мероприятиях, проводимых в рамках акции «Культурная столица Беларуси». Эта эмблема будет и на сувенирной продукции. В основе лежит компьютерная обработка и дизайн директора Лидского историко-художественного музея Ольги Пилипчук. Вариантов было много. Над разработкой эмблемы работали наши все учреждения культуры. Принимались все абсолютно предложения, мы все бурно обсуждали. Я считаю, что это коллективное творчество. Оно прошло много этапов. И все-таки мы остались с одним мнением. И наша эмблема вчера была утверждена. В основу эмблемы, конечно же, мы положили Лидский замок, который узнаваем всеми и нашими личанами, и гостями нашего города. Это бренд нашего города. Еще за основу мы, безусловно, взяли наш герб, на котором изображены ключи и лев. И это наше нематериальное наследие. Тот рушник, который мы защитили в 2018 году и получили за него статус нематериального наследия личного.